Газовые пазыки уже не только перед Россией, але и внутри Беларуси. Летость белорусские предприемства зазнавателися айчинным энергетикам амаль $500 млн. Самые же энергетики недоплатили больше за $500 млн «Газпрому» за поставки российского газу. Меж тем, официальная статистика стверджает, что финансовый стан предприемства поляпшается. Як это махчима, посветлял Станислав Ивашкевич. Экспорт и валютная выручка Гумсельмашу летась повеличились. Про это нашему телеканалу заявил представник керавництва айчинного вытворца комбайнов. Выказывание державного менеджера прогучало у комментарии до нашего телесюжета, где оповедалось, что завод за недохопу сродков на запчастки не может своечасово выконать замову с Татарстану, не глядя на то, что клиент унес передоплату, а держава летость выделила предприемству субсидии по мерам амаль $300 млн. У комментарии татарстанскому выданию «Бизнес онлайн» Гумсельмаш эту информацию расшучше знеправдил. Одинное, что могу сказать, это перевернутые, скаженные факты, хлусня. Просто певное коло особов, затекавленных у дестабилизации ситуации в Украине, десь и выхопило некую информацию, не володующую ей, досконалой, и дозволило себе беспринципово дезинформовать людей. Все остальное – коммерцийная таймница. У размове с нашим телеканалом, однако, гэты ж самый чиновник был вымушен признать отворотное. До конца минулого месяца завод мел поставить компании Tata Agro Leasing 11 комбайнов, але с долю отгрузит только один. Для вытворчести остатних 10 машин завод был вымушен попросить от терминовку еще на 2 месяца, бо не мел потребных запчасток. Сложная европейская комплектация закупается, сроки поставки от поставщиков тоже различные. Ну, так сложилось. Ага, разумел. Чисто производственные процессы. Мы с нашим партнером поговорили. Декабрь месяц, это не август, пшеница не убирается в декабре. Ага. Наши партнеры с пониманием отнеслись, и мы все согласовали это в установленном законодательным порядком и договорным порядком. То, что запчастки не пришли из-за того, что завод не имел грошей за их заплатить, как ранее поведомляли наши экраницы на предприемстве, проставник заводу не подтвердил и не знеправдил. Я это оставляю без комментариев. Ага, ага. Все, закончим, все. Угу. Между тем, поводле официальных даденных, Гумсельмаш, який апошние годы уваходил у тройку самых стратных предприемств Украины, у первом полугодии летость показал прибыток. А прибытки у всех организаций, которые мониторует Белстат, выросли на 14%. Але одночасово та же официальная статистика констатує геометричный рост неплатежов предприемств банкам, энергетикам, да один одному. Задолженность энергоносителей – это, по сути, единственная форма кредитования предприятий, которые находятся в очень тяжелом финансовом положении. Адмысловцы констатуют, одна из причин уявного финансового поляпшения – бухгалтерские штукарства. Гэтак сёлета улады подолжили для предприемства дозвол не уличивать у бухгалтерии взнос станков да обсталявания. Гэта дозволяет заводу показывать некоторый час прибыток, але гэта значит, что предприемство не резервует сродки на обновление обсталявания. Калі же оно сносится ушчент, банкрутство предприемства может стать грымотой сярод ясного неба для працаўнікоў, контрагентов да самой державы. Шеф-редактор экономичной газеты Леонид Фрыдкин означает, что на Заходе гэткие бухгалтерские манипуляции являются криминальным злочинством. Станислав Вашкевич, Минск.